Завтра в Беларуси объявлено желтое предупреждение. Днем в отдельных районах пройдут сильные дожди, местами прогремят грозы. Ветер юго-западный от слабого до умеренного при грозах станет порывистым. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 14, днем от 21 до 27 градусов тепла. Дождь лил как из ведра, а завтра сквозь облака будет проглядывать солнце. Непредсказуемо август уже на исходе, скоро его место займет сентябрь. Но это уже совсем другая история. Итальянская Верона ушла под воду. Таковы последствия шторма, который сопровождался градом и мощным ветром. Стихия вызвала оползни, улицы превратились в реки, повалены деревья. В области Венето объявлено чрезвычайное положение. У берегов Коста-Рики произошло землетрясение магнитудой в 6,0. Эпицентр подземных толчков располагался в 3 километрах к юго-востоку от города Хако. Сведений о пострадавших нет. Завтра в Бобруйске будет переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный 4-6 метров в секунду, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Днем воздух прогреется до 22 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 14 со знаком плюс. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.